Доброе утро, друзья! Несколько часов назад мы прилетели из большого интересного путешествия в Кавказские минеральные воды. А до этого мы были в Карелии. Многие из вас видели этот фильм. То есть у нас практически два больших путешествия было подряд. Почему? Ну, понятно. Кроме того, что мы пенсионеры, а Алла продолжает работать. Ее работа на какое-то время прекратилась. Прекратилась, да. Мне дали отдых. Дали отдых, сказали, ну, езжайте за свой счет. И у нас неожиданно, много лет такого не было, неожиданно образовался кусок времени, пространство времени. Два месяца. Я до 30 августа еще свободна. Два месяца. А я Аллу уговариваю, а вы мне, дорогие мои друзья, ради бога, помогите, уговорите ее, чтобы 1 сентября она не выходила на работу, а продолжала путешествовать. Тогда вы не увидите больших фильмов. Ну, будем делать маленькие фильмы, но не менее интересные. Но мы отвлеклись. Да. Итак, мы вернулись с Кавказа. Кстати, путешествие на Кавказ у нас было запланировано давно, очень давно. И когда мы поехали в Карелию, это был один из других вариантов. То есть мы вам рассказывали, что мы бросали жребий, и у нас были и минеральные воды, у нас была Белоруссия, у нас была Карелия, Крым. И был Крым, да. Жребий выпал на Карелию, и слава богу, там было чудеснейшее путешествие. Приехав оттуда, мы подумали, посмотрели, а билеты на самолет авиакомпании «Победа» до минеральных вод из Москвы и обратно 4 с небольшим тысячи рублей. 4 тысячи туда и обратно. Нам такси... Там дороже обходилось. Почти столько же обошлось, да. То есть, ребят, многие нас критикуют, мол, вы пенсионеры, а там путешествуете. Мы путешествуем, потому что для нас это главное увлечение нашей жизни. И нам очень нравится делиться с вами той красотой, которую видим сами. И увидим, что такие билеты, а почему бы и нет? Лететь всего 2 часа. 2 часа. Даже 1:45, 1:50. Вот так, если ветер попутный. Можно я сразу же скажу про транспортное вот это все? Вова меня вообще-то уговаривала поехать на своей машине. Но я подумала, мы только приехали с большого путешествия, и он там постоянно рулил. И мне немножко хотелось, чтобы он отдохнул. А до Кавказских минеральных вод ехать, конечно, сколько там? 1700-1600 километров. Да, ну, 2 дня. И потом назад я подумала, а тут туда всего 2 часа лететь, билет недорогой. Почему бы и нет? И мы приняли тогда вот такое решение. Тогда сразу, забегая вперед, скажу, что много раз после этого Алла говорила, извини, я не права. Да. Почему? Потому что если вы будете путешествовать на своем автомобиле, у вас будет больше, конечно же, больше свободы. А там столько красот. Ну, вот у нас нет логики в нашем... Ну, и не надо логика. Пусть не будет логики. То есть смысл в чем? Вот мы 2 раза брали тур. Замечательный тур у великолепной компании «Кавказ Тур». Нам очень все понравилось. Великолепный экскурсовод. Хорошо продуманная программа. Все здорово. Но не забывайте, друзья, я же фотограф, я видеооператор, и мне важно показать всю красоту. А как показать всю красоту, когда нас едет там, сколько, человек 12-14, да? У нас был мини-автобус. Да, мини-автобус. Это, кстати, очень удобно. Вы все увидите. Здорово. Но я еду, и я, как видеооператор, вижу великолепный пейзаж. Я хочу его снять, я хочу его показать. Я не могу остановить весь автобус. Я же не директор турфирмы, я не один, да. Я не водитель этого автобуса. И там я даже пожалела, когда я увидела подсолнухи и говорю, боже мой, здесь бы я, конечно, Вову бы остановила. И сказала, все, снимай мои подсолнухи. Я очень страдал. То есть, если бы я был за рулем, я бы остановился и все снял. Да, мы самое главное не сказали, друзья. Многие даже до этого места могут и не досмотреть фильм. Тот фильм, который мы сейчас вам представляем, а это, ну, вроде как преамбула к этому фильму, будет очень интересный. Очень интересный, просто... Рекомендую, прошу, посмотрите его, ради бога. Ну, может быть, даже пролесните где-то, если вам показалось, что затянуто, пролесните вперед. Этот фильм не может быть затянутым. Почему? Потому что мы вам представляем фильм-сборник из коротких минутных роликов, которые я делал для Инстаграма. А большинство моих подписчиков Ютуба, большинство, они не являются моими подписчиками в Инстаграме. И... Соответственно, не видели этих роликов большинство, ну, просто даже по количеству подписчиков на YouTube и в Инстаграме. И эти ролики не могут быть затянуты. Это маленькие, короткие, отдельные фильмы. Каждый фильм – это такой мини-сюжетик.
который я пытался за 59 секунд рассказать то, что я вижу сам, и показать вам. Поэтому он не может быть затянутым никаким образом. Это быстро, 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 быстро мы рассказали о том, что красиво мы видим. Поэтому посмотрите, рекомендуйте. Особенно я почему тороплюсь сделать этот фильм, потому что впереди август месяц, и многие из вас находятся в таком подвешенном состоянии. Куда поехать? Где отдохнуть? Думают. А здесь мой фильм. Вы посмотрите, и я уверен, что многие из вас, просто уверен, скажут, правильное решение. Более того, уже порядка 30 человек мне написали. Владимир, огромное спасибо. Алла, огромное спасибо. Мы теперь знаем, куда едем. И несколько человек написало, кто-то едет день рождения праздновать, кто-то день свадьбы, как и мы, едет отмечать. То есть у вас будет возможность принять решение после этого. Принять решение после этого, пусть не очень совершенного технически, потому что я снимал не видеокамерой, а снимал смартфоном. У меня нет даже никакого-то устройства, нет какого-то стабилизатора. Процесс съемок был вот такой. Я держу смартфон и снимаю. Я очень старался держать руки крепко, но тем не менее это смартфон, сами понимаете. Но смартфон даст вам понятие о той красоте, куда вы, надеюсь, обязательно поедете отдохать. Итак, мы представили вам фильм. Немножко ответим на те вопросы, которые у вас возникали. В Инстаграме много было вопросов. Люди писали, люди нас поддерживали, люди нам писали добрые слова, что-то спрашивали. Поздравления. Но дело в том, что Инстаграм буквально на 3-4 день путешествия меня заблокировал. Я не мог даже, как это называется, лайки там, лайки, сердечки. Я плохо в Инстаграме понимаю. Я не понимаю, почему заблокировал. Я не мог ни сердечко поставить, ни ответить на вопрос. Я отвечаю, он пишет, запрещено. Ну, сейчас мы всем говорим спасибо. Спасибо, огромное спасибо вам за поздравления. Это путешествие, как практически все наши путешествия, было посвящено нашему семейному празднику. У нас их много, мы их есть праздники, которые есть у всех, а есть праздники, которые мы сами придумали. Их много. То есть у нас, вот, не знаю, 20 праздников. То есть любое путешествие мы всегда, какой-нибудь праздник. А здесь был большой праздник. У нас была очередная годовщина со дня нашей свадьбы, 26 июля. И в этот день каждый год вы можете посмотреть по моему каналу YouTube. Вот, кстати, самолет летит, может, слышите, кто-то летит в путешествие. Мы поехали на Кавказ отпраздновать годовщину своей свадьбы. И каждый год. В прошлом году у нас была Прованс. Прованс. Позапрошлом году мы были в Пушкинских горах. Великолепное путешествие. Да, мы отвлеклись. Итак, мы полетели на Кавказ отпраздновать день своей свадьбы. Так как мы были без автомобиля, нас это немножко напрягало. У нас не было большого, так скажем, простора для движения. Мы использовали такси. Я, по-моему, в роликах рассказал об этой компании. Великолепная компания. Это не реклама. Там 20 компаний, которые предоставляют. Вы в любую обращайтесь. Но если вам, вот мое мнение важно, да, эта компания мне понравилась. Еще раз говорю, это не реклама. Выбирайте любую компанию. Ну, можете сравнить. Мы же сравнили. Мы 2-3 компании посмотрели по ценам. Нам эта компания понравилась. И по автомобилю, Real, с кондиционером. Да, Real Transfer. Real Transfer компания. У меня, по-моему, будет ролик об этой компании. Да. Там будет ее телефон. Мы пользовались 3 раза. Да? Три больших поездки у нас было с этой компанией. 2 раза мы ездили с Кавказ Тур в тур. Это тоже об этом будет рассказано. Вы все это увидите. Тоже принимайте решение. Компании, которые предоставляют такие услуги, очень много. Вы там выйдете на площадь, например, в Кисловодске, а там раз, два, три, штук 8, наверное, компаний. 6-8 компаний, которые предоставляют подобные услуги. Выбирайте то, что вам понравится. Если вам понравится то, что в моем ролике, «Кавказ Тур», к вашим услугам. Да, ребят, сразу скажу. Значит, я выставлял в Инстаграме ролики о этой компании, о путешествии с этим туром. И, видно, отслеживает люди и правильно делают. Они увидели руководителя этой компании, увидели эти ролики, написали мне и сказали, нам очень понравились ваши ролики. И директор «Кавказ Тур» сказала мне лично, если придет кто-то покупать билет на тур, и если он скажет, что я подписчик канала Владимир Кот, то он получит, слушайте внимательно, скидку 10%. 10%. Ну, а если едет семья, 3-4 человека, это весомая сумма.
Поэтому пользуйтесь. Жарко, вот у меня пот просто. У нас сейчас плюс 30, без малого, 28 градусов. В Москве. В Москве, да. А мы оттуда прилетели, там было 38. А там, там, кстати, не, в Минводах очень жарко, в минеральных, да, водах. Да. Вот в самом городе. В Кисловодске, там горы вокруг, там такая котловина. И там даже была жара, там 27-28 градусов, она не ощущается. Потому что в горах прохладно, постоянно сквознячки. И парк, какой там парк? Ой, какой там парк? Это все будет парк? В кино. Не будем вас долго задерживать, мы уже и так долго вас задержали, просим прощения. Значит, ну, коротко, цветы. Это 1/3 огромного букета, который я Але подарил на день свадьбы. Да. Да, она была в шоке, и она меня долго ругала. Она говорит, за эти деньги, которые ты потратил на этот букет, мы могли бы... Нархыз съездить, да. Ну, тем не менее... Тем не менее, день свадьбы есть день свадьбы. Я своей любимой женщине не буду экономить, да. Да. Это чтобы это третья часть букета. Кстати, да, еще один интересный момент. Авиакомпанию «Победу» многие ругают, но тем не менее, авиакомпания «Победа» разрешила нам провести этот букет. Там написано в условиях, кроме ручного багажа, кроме ручной клади, можно провести букет цветов. Огромное спасибо авиакомпании «Победа» за это. Мы половину букета оставили, подарили гостинице, где мы жили, а половина вот... Гостиница нам тоже отрезали, очень понравилась, кстати. Отрезали сантиметров 20. Было, ну, вы посмотрите, там огромный был, красивейший букет. Алла сказала, что это, наверное, самый красивый букет в ее жизни. Значит, что еще у нас тут есть? Бокалы. Это не просто бокалы, это самые обычные бокалы, но они не обычные. Жалко, шампанское не осталось там. Да. Пришлось новое налить, да. Значит, это не просто бокалы. Это бокалы. Я сделал большой сюрприз для Аллы. Значит, когда мы поднялись на гору Домбай, на самую вершину, я из своего рюкзака, где у меня лежал и видеокамера, и всякие принадлежности, достал бутылку шампанского. Алла, да. На горе, на высоте. Мы будем пить. Она говорит, прям опять из горла. Мы часто пили, знаете, как смешно. Пьешь из горла, а из носа вылетает половина шампанского, да? Вот, а я достаю два бокала. Можете представить, в рюкзаке принести на гору два бокала? Это было очень сложно. Я их упаковывал, я не знаю, там, заворачивал в бумагу, в полотенце там. Мы из гостиницы взяли полотенце, чтобы, не дай бог, не разбить. Вот. То есть у нас было потрясающее празднование дня нашей свадьбы прямо на вершине горы, на высоте более 3000 метров. И там? Что там? И там? Так. Вячеслав нам подарил. А, Вячеслав, новый друг нашего канала, подарил нам вот такое вот изделие. Посмотрите, красивое, глиняное, из глины сделанное. Он сказал, что это кофе, да. Кофе варить, да. И две таких вот чашечки. Посмотрите, как здорово. Это новый друг нашего канала. Огромное спасибо, Вячеслав. Мы, огромное. Да, показываем, Вячеслав. Мы довезли. Это тоже было очень сложно. Тяжело. Да, у нас не было багажа в ручной клади. Особенно вот эта ручка. Вы представляете, как сложно было довести в маленьком рюкзачке? Ну, все в сохранности. Все целое. Да, вот такие спасибо красивые огромное. Чашечки. Мы потом попьем кофе, ему тоже перешлем. Ну, вот Алла без моего ведома. Да, я ее отругал. Она купила вот такую дощечку. Написано «Эльбрус». 5642 метра. Ну, мы там не были. Наш сын, кстати, там был. Но он покорил вершину. Да, на этой вершине. Но а мы... Подожди, а у нас все впереди. Да, у нас впереди. Мы на свое столетие поднимемся наверх. Мы на Домбай обещали. Ну, на Домбай тоже. Итак, ну что, завершаем? Да. Короче, смотрите, ребята, фильм. Ну, это будет маленький фильм, а остальное... Нет, да, самое главное. Даже, ну, да, я сказал. Думаю, уже я говорил много раз. Конечно же, фильм, который снят видеокамерой, как всегда, с нашими комментариями, с адресами GPS, с названиями, со всеми подробностями, как вы любите, он будет фильм. Но когда завершится вот этот этап, когда вот Алла выйдет на работу, наверное... Да, и я... Тогда он все сделает. Да, я сяду и буду делать фильм. Просто это требуется огромное количество времени. К сожалению, много. А вот такие ролики со смартфона... Ну, как все делают. Я постараюсь, ну, к завтрашнему утру, наверное, собрать. Просто это будет... Вот все ролики соберу в одну программу, запущу, и она их, ну, так, грубо говоря, склеит.
Там много и огрешностей, и ошибок, и со звуком, и шумят, и разговаривают, и там кто-то шумит, и трактор проезжает. Но это там, все живое. Но зато там все живое, все реально. И особенно, что важно, в этом фильме реальные все эмоции. Если мы говорим «вау», это «вау». Я могу шутить, я могу сказать, что ну, мы находимся на высоте 10 тысяч метров. Ну, конечно, я шучу, понятно, мы там 3 тысячи метров находимся. Но мы эмоции. Мы никогда эмоции, не врем, да. Мы никогда не врем с эмоциями. Даже когда я говорю, мы на высоте 10 тысяч метров, это просто говорит о том, какие эмоции мы испытываем, как нам здорово, как нам классно. У кого есть вопросы по минеральным водам, по Кавказу, спрашивайте, пока у нас свежо в памяти, под фильмом прям задавайте вопрос, не надо в личку писать, прям под фильмом, чтобы другие могли видеть. И под фильмом я каждому из вас обещаю, отвечу. Где-то я, где-то Алла ответит, да, поможет мне, я ее прошу, да, и стать моим секретарем, стать моим секретарем. У меня цветочки, мне некогда. Можно, подожди, я еще скажу. Ну, давай, ладно, и все, и заканчиваем. И все, заканчиваем. Дело в том, что через два дня Вова опять улетает в путешествие. Но без меня. Мы еще не придумали. Даю ему личную свободу. Мы не придумали еще версию. Помните сказка? Хочу аленький цветочек. Помните, да? Я не помню, как называется. Аленький цветочек, по-моему, так и называется. Да, Алла мне конечно. Говорит, хочу шишку кедровую, ароматную. Я говорю, ну поехали. Она говорит, вот пока денег нету, пока денег нет, и для экономии средств она меня отправляет за шишкой кедровой, ну, вместо аленького цветочка, за шишкой кедровой. Куда-то отправляет. Куда? Пишите ваши версии. Очень интересно, угадает ли кто, куда я полечу буквально не в два дня, а завтра. А, завтра уже. Завтра уже улетаю, да. Поэтому я очень Поэтому я очень тороплюсь сделать этот фильм. Ребят. И еще я сейчас скажу. Давай. И еще же впереди август. Так что, может быть, мы еще куда-то что-то придумаем. Много путешествий. А очень хочется. Это как уже подсел на путешествие. Помнишь, кто-то из наших... И они нескончаемы. Из наших зрителей кто-то написал, да? Укажите карточку свою Сбербанка, а мы вам перечислим денежку, что вы куда-то путешествовали. Знаете, классная мысль, шикарная мысль, но мы пока еще, наверное, не решились. Пока не у нас готовы. Есть еще своя сберкнижка. Ну, не только своя сберкнижка, да, пенсия вот сейчас вот там через несколько дней придет, Али придет через несколько дней пенсия. Но мысль интересная, мы к ней как-нибудь еще вернемся. Может быть, да. Вот, но тем не менее, мы пока собираемся своими силами, пользуемся банковскими кредитами. Спасибо банкам, что нам верят до сих пор. Да. Отдаем все время. Итак, хорошего вам дня, хороших вам выходных, хорошего вам лета. Еще целый месяц лета. Дорогие друзья, путешествуйте. А там наступит бабье лето. И мы обязательно куда-нибудь еще поедем. Путешествуйте. Понимаете, деньги можно заработать, а время уже пройдет. И самое главное, здоровье для путешествий тоже оно нужно. Ну, это само собой. Да, поэтому... Не уходите далеко, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а мы будем всегда с вами. Пока. Дорогие друзья, начинается наш фильм. Фильм-сборник, состоящий из маленьких, минутных примерно роликов, снятых смартфоном о нашем путешествии на Кавказ. Утро 19 июля, мы собрались все на веранде, и первое, кого мы здесь обнаружили, обиженную кошку Мусю. Она всю ночь проспала на нашем чемодане, Алдай. Мы когда утром встали, весь чемодан был в ее волосах, в ее, не знаю, слезах, и она категорически нас не отпускала, прижалась к чемодану, я ее, Муся, ну, пожалуйста, отпусти. Она, нет, не уезжайте, не хочу, чтобы вы уезжали, вы опять меня бросаете. Ребята, что делать? Путешествие – это большой труд. Мы отправляемся в аэропорт Внуково. Наше путешествие начинается. Дорогие друзья, как я уже писал в сообществе, мы с Аллой улетаем в минеральные воды. Будем там путешествовать, снимать фильм. На моей страничке в Инстаграм, может быть, на Фейсбуке, буду выставлять репортажи, небольшие ролики онлайн, то есть прям с колес.
Здесь, как мы уже договорились с нашим зрителем на YouTube, выставлять такие ролики не буду. Но в конце выставлю сборник, большой сборник таких роликов. Поэтому не переживайте, все вы увидите. Те же из вас, кто желает смотреть онлайн репортажи о нашем путешествии, подписывайтесь, пожалуйста, в Instagram. Владимир, нижнее подчеркивание, Кэт. Внизу я напишу. До встречи.
сверху на нашу землю. Особенно мне по нраву такие облака и лоскутное одеяло земли. Поля разного цвета, зелененькие, желтые и прочих цветов.
самолет совершил посадку в Минеральных Водах. Местное время 14 часов 47 минут. Для вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах застегнутыми ремнями безопасности до выключения светового табло, застегнуть ремни. Благодарим за внимание. Прилетели. Ждем чемодан, помеченный Мусей. Муськин чемодан на месте. Дорогие друзья, мы из аэропорта Минеральные Воды направляемся к Эльбрусу, город Терскол. Сейчас едем по шоссе по территории Кабардино-Балкарии. Температура на улице плюс 38 до 40, на солнце все 45. Очень хорошая дорога, добрые гаишники. Сами не останавливают, если возле них остановился, наливают коньяка. Потом берут анализ. Дальше разговаривают уже. Вообще очень хорошие люди. Замечательные. Дороги, как дороги. Чистые. И красивые. Дорогие друзья, мы едем с вами в Баксанском ущелье. В деревне Баксан. Рядом река Баксан. И корова, любимое название здесь, коровы Баксан. Ой, такие коровы разные. И вот в этом селе, в который мы приезжаем, в Баксанском ущелье, выращивают вот такие помидоры. Прямо здесь. Вы не поверите, на обочине огромные помидоры. И хлеб пекут здесь. Ребята, вам загадка. Сколько стоит килограмм таких помидоров? Бычье сердце. Сколько? Как? До конца ролика осталось еще 15 секунд. Гадайте. Кто угадает, тому вкусная конфетка. Итак, внимание. Даю ответ. Килограмм таких помидоров, вкуснейших, с запахом, обалденных, стоит 20-25 рублей за килограмм. Дорогие друзья, продолжаем движение по Баксанскому ущелью. В направлении при Эльбрусе, ну и Эльбруса, соответственно. Скоро будет снег, ледники. И лесники тоже, да. Мы едем на специальном вездеходе. Поднимемся на высоту 5800 метров. Ну, возможно. Это ты так шутишь? Нет, правда. Чуть ли не под 40 градусов, то здесь уже
20 градусов, стало холодать. Алла одела шубу, я горные ботинки. Вот видите, да, он ледник. Наша машина хоть и такси, но она автоматически в горах переоборудовается на гусеничный ход. Вот и вы можете сейчас слышать, как громко мы едем, потому что уже гусеницы, и начинаем подъем на Эльбрус. Горы, 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 горы. Мы, ребята, в городе Терскол. Красота! Вот-вот солнышко сейчас зайдет. Надо идти быстрее осмотреть этот городок, потому что потом раз — и наступает ночь. Мы только что спустились на нашем автомобиле на гусеничном ходу с Эльбруса. Там было много снега и снежная буря, поэтому я вам ничего, к сожалению, не могу показать. Покажу завтра. Вот такая красота. Последние лучи солнца. Дорогие друзья, спасибо, что были сегодня весь день со мной. А я очень рад этому, что вы были со мной. И сегодня 50 человек новых прибыло буквально за 3-4 часа. Спасибо вам, а я вас не подведу. Город Терскол. Солнышко уже зашло за горы. Гора Чигет над нами. Вся в ледниках. А как вино называется? Красное домашнее. Красное домашнее. А вот эта вот гора с ледниками над нами, это Чигет, да? Нет, Чигет. Вот там не видно саму вершину, да? А это вот с ледниками, это как? Вот это вершины, две вершины вы видите в облаках, которые и ледник. Эта вершина называется Когутай. И также называется кафе, где мы решили поужинать. Понравится или нет, мы обязательно вам расскажем. Ну что, за начало? И вот, ребята, мы здесь. Наконец решили отведать местные блюда. Вино. Вино очень вкусное. Ну, не Италия, не Испания. Ну, это свое вино. Да. Своеобразное. А вот это вот называется как? Хачины. Хачины, по-моему, с сыром, да, наверное? Сыр и картошка. Ну, точно не с мясом. Сыр и картошка. Сыр и картошка? Очень вкусно. Нам сказали обязательно попробовать. И мы исполняем пожелания наших зрителей. Ням-ням. Ням-ням. Ой, овощи, гриль, мои любимые. Это вот фирменное блюдо данного заведения. Что внутри, даже подумать страшно. Но говорят, там и баранинка, и овощи, и коньячок, и вино там, и внутри там... Хочу. Внутри, говорят, там все. Короче, нам приятного аппетита, а вы облизывайтесь. Дорогие друзья, сейчас у нас 5 утра. 5 утра и вот такая красота. Я пытаюсь поднять Аллу, говорю: Алла, хватит спать, вставай, надо идти в горы. Она на меня смотрит, как на идиота. Нет, я уже встала. Встала, слышу я, лежишь там. Смотрите, какая красота. Меня здесь спросили, а как пахнет воздух в горах? Ну, крайне сложно ответить. Я бы, наверное, сказал так, что вот как ключевой воды выпить в лесу, вот примерно так вдохнуть воздух здесь. Река Баксан, которая и дала имя Баксанскому ущелью, или наоборот. Ну, по логике, сначала река была, потом ущелье возникло. Ну,
Алла, куда в поход собралась? На девичьи косы. Девичьи косы? Да. То есть ты свои волосы не отрастила, да? Теперь решила где-то тут на Кавказе это самое? Там, говорят, красивые очень дороги. Умыкнуть. Ребят, мы идем на водопад. Если получится. Ну, если получится, да. Дорогие друзья, мы уже прошли 5 километров по горам. Мы сейчас находимся на высоте примерно 3 километра. Вот. Сколько идти, еще не знаю. Алла говорит, устала я. Устала, Алла. Не-не-не-не-не. Ну как ты будешь такая ходить? Ты что? Мы тебе косы приделаем, все как положено. Что-то тяжело. Конечно, ребята, мы пошли сюда не ради кос. Конечно же, нет. И даже не ради того, что мы спотеем, как два старых ослика. Не. Ради вот этой красоты, вот этого разнотравия. Птички поют. Так здорово. Просто совершим прогулку. Дойдем до кос, хорошо. Не дойдем? Ну, тогда вы дойдете, расскажете. Дорогие друзья, мы с вами уже на вершине какой-то горы недалеко от Эльбруса. Высота 5000 метров. Мы одели уже кислородные маски. Хорошо, здесь повязки не требуется. Алла ползет на скалу. У меня уже сил нет. Она заползает. Давай. Одна, Алла, я уже не могу. Давай, залезай. Чуть-чуть не соскользнись. Лед, снег. Садись там. Садись, не стой, садись. Быстрее соскользнешься, видите, вокруг нее ледники, вокруг нее снег. О, высота, на которой находится Алла, даже не поддается исчислению приборами, существующими ныне. Ал, как ты думаешь, наверное, 10 тысяч метров. Ал, ты жива? И вот он, водопад Девичьи косы. Сюда со всего мира приезжают лысые девчонки, купаются. Есть такое поверье, что когда искупаться в этом водопаде, у тебя начинают расти волосы, причем везде. Косы. Косами, да. Везде и косами. Ну, не знаю. Красивый. Алла, когда узнала, сказала, ладно, я и с короткой прической погуляю, ничего страшного. Но не менее красивый вид открывается и с другой стороны. Он с той горы мы спускались, потом вот там вниз, вниз. Ой, красота. Очень красиво. Пока я ходил, купался. Алла раззабыла. С девчоночными косами. Алла уже быстренько посеяла огурцы, помидоры, вырастила. И вот урожай. Урожай, да, и у нас вот такой вот дастархан. Ну что, приглашаешь на обед? Ой, какая вкуснятина на свежем воздухе. И хлебушек есть. Местного производства. Ой. Очень красивая. Идти несложно, если у вас ноги ходят, дойдете. Если вы старенькие, дойдете. Если вы молоденькие, добежите. Ну, в общем, как везде, во всем мире и всегда, главное желание. Если вы хотите путешествовать, будете путешествовать.
Очень красиво. Алла умудрилась и здесь, в горах, добыть помидорище. Алла, как? Вот где? Так. Вы представляете, здесь не только красивые цветы растут, а вот здесь, в районе водопада, внимательно смотрите в траве, и можно найти помидор. Да. Вкусный, вкусный. Вкусный. Главное, кто ищет, тот всегда найдет. Молодец. И дойдет. И дойдет. Мы говорим до свидания водопаду Девичьи Косы. Алла, не стала тебе отращивать косы? Алла, завтра утром пойдем? Тебе понравилось? Вместо зарядки, Алла, вместо зарядки. Да. Утром встали, пробежались, умылись, воды попили. И назад. И на Эльбрус. Наше путешествие по Эльбрусу продолжается. Мы так подумали и решили здесь остаться. Смотрите, какой камень. Как на острове. Это камень просто, я не знаю, плоский, как будто его стесали станком. Двадцать лет тебе было в прошлом году. Вообще, Алла, я думаю, что очень полезно возвращаться туда, где было хорошо твоей душе. Где душа пела, где душа отдыхала, надо обязательно возвращаться и восстанавливать те приятные ощущения. Друзья, это наш совет вам. Дорогие друзья, в этом небольшом ролике я хочу вам показать, какое обилие, какое разнотравие вот на этих дорожках. То, что я сейчас сниму, это примерно на 10 метрах дорожки. Очень нравятся такие ромашки. От первого места, ребят, я не отошел еще и 3 метров. Я прошел примерно 4 метра. Это малая толика. Дорогие друзья, отрастив красивые, роскошные девичьи косы, мы подумали и решили махнуть на Эльбрус. Что-нибудь еще отрастить. Что-нибудь еще отрастим, да. Поднимаемся в подъемник, это мы так быстро бежим. Да, бежим, так вот быстро по горе прям. Как горные козлы. Здесь у нас хорошая погодка, где мы поднимаемся, но, к сожалению, нас предупредили, что на самый верх не пускают, и Эльбрус, возможно, закрыт облаками и тучами. Но мы все же поехали. И вы вместе с нами посмотрим. Чудесный день! Чудесный. И мы все, практически все, что запланировали, успели. Ребята, хотите верьте, хотите нет, но впереди вот это беленькое, это ледник. То есть огромный холодильник. Там лежит снег, лед, все это накапливается за зиму. А потом вот такими вот ручейками, вот вы видите внизу, вот потекли грязные ручейки. Спускается вниз, превращается в большие реки.
И так до зимы. И мы вот сейчас смотрим на это окружение нас, вот эти каменюки черного цвета, и никак не можем понять, мы на Эльбрус едем или на какой-то вулкан. Вот не понимаю. Вот просто вот никакого отличия от Этны. Где мы еще были? На каком вулкане? На Сицилии, потом мы где были? Ну еще на какой-то, не помню. Вот ледник. Мы на высоте 3500 метров. Лицо открывается потрясающая панорама на окружающие Эльбрус горы. Ледник. Почему-то он такой весь грязный. Я думал, он должен быть, как мы видели с тобой, в Норвегии, да? Не, голубого цвета, да. Алла показывает, где должен быть Эльбрус. Но, к сожалению, как видите, все закрыто облаками. Ничего не видно. Все в тумане. Не повезло. Сегодня у нас был хороший и насыщенный день. Впрочем, как всегда, да. Как всегда, ты дала мне отдохнуть. Она сказала, мы поедем сейчас, говорит, в Кисловодск, отдохнем. Вот, и вот мы уже второй день. Ну, в принципе, сутки. Ровно сутки. Сутки и там 1-2 часа мы здесь. Сейчас спускаемся в населенный пункт, примерно как Озон или Озор называется. Сейчас поточнее внизу убедимся. А вдали, вот чуть дальше, видите, где-то километр 4, наверное, 5, Терскол. А немножко вправо, за гору, там вот одно здание видно, это, по-моему, Чигет называется, да? Да, Чигет. Чигет, а там как живем? Раз... Наш отель там, чините. Мы не видели Эльбрус, но вот вид на вот эту гору, на соседнюю. Ну, какая-то из них Чигет. Уж не знаю, какая. Та самая высокая вдали, или вот эта, которая перед нами, в общем, Чигет. Ну, тут нас порадовало. И небо голубое, и облачка, и снег, и ледники. Ну, красота. А Эльбрус? Эльбрус спрятался. Доброе утро. У нас сегодня на утро запланирован подъем вот сюда, на эту гору, гору Чигет. Но не знаем. А вот здесь у нас дождь идет. Да и у нас уже дождь идет. Будем ждать улучшения погоды. Надеемся, что дождик быстро закончится. А если не закончится, все равно поедем на гору. А после обеда в Кисловодск. Всем хорошего дня. Уже 2 часа льет дождь, громыхает гром, сверкают молнии. Но мы два придурка пойдем. Причем я говорю, Алла, может быть, не поедем на эту гору? Она говорит, нет, я слышал, там, говорит, дают хорошее кофе. Наверху в кафе. А мы утром никак кофе еще не попьем. Я ей говорю, может, не пойдем? Алла. Алла. Ну и я тебе тут кофе куплю. Мне говорит, чем там, на вершине, вон там. Там мы попьем, да. Там, где ты попьем. Там вода, говорит, чистая. И кофе. Ледниковая. Да. Ну пойдем. Дорогие друзья, мы добились своего. Только-только в дождике наметился пробел между тучами. И вот в этом междутучении мы вскочили в тележку. Не, не в тележку, как это называется? Кресельная. Как кресельная, да. Ну, сейчас вот мимо будет проезжать, мы вам покажем, да, в какую фигню мы вскочили. Сами себя тяжело снять. Вот, смотрите, вот такая вот фигня. То есть два кресла. Вот, и сидишь, болтаешь ногами.
Вот так вот едешь, болтаешь, а ноги, видите, мокрые, потому что дождь. Вот прям сейчас вот... А цветов сколько? Цветов, да. Ой, и там написано, не прыгайте в цветы, не прыгайте. Мы не будем прыгать. А вот вы видите аул. Я рада, я а рада. А сзади ледник. Кофе наверху. А если его там не будет? Не важно. А воды попьем. Росы. Росы попьем, друзья. Мы поднялись на первый этап канатной дороги на Чигет. Точно не помню. Примерно 2800 здесь. Алла проснулась наконец и занялась съемками. Алла, ты правда проснулась? Да, да, да. Я вообще ее в тележку в эту загрузил. Я ее загрузил в тележку сонную. Шел дождь, ливень, а она кричала, орала. Тут на все горы орала. Говорит, не поеду, не поеду, ты куда везешь меня? Бешеный кот, дождь идет, ливень, гроза. Ну. Как мужчина, я сильней. Мы едем второй этап, примерно на высоту 300, Чигет. Внизу он болтается, бездыханная Алла. Бездыханная, ты бездыханная, Алла. Вдали ледники Эльбруса. Соседняя гора с Чигетом. Едем вот на таких... Я не знаю, как это называется, креслах, да? Деревянные скамеечки. Жуткие на вид, но добрые в душе. Вот такие красивые ледники открываются слева от нас. Внизу очень много цветов, разнотравья такое. Запахи, птички поют. И вот над нами туча. То есть дождик только-только прекратился. С покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Мы спускаемся с самой высокой точки Чигета, потому что там начался не только дождь, там еще пошел и град, что нас весьма и весьма порадовало, потому что, ну что вам сказать, потому что это весело в конце концов. Наверх, как видите, уже никто не поднимается, испугались, потому что загрохотал гром, только что была молния, долбанула в соседнюю гору, и это было шикарно, красиво и просто невероятно классно. А вот там вдали, где-то над Нальчиком, по всей видимости, светит солнце. А вон сзади Алла. Слышите, как грохочет? Вот такая у нас тут красота. Это просто супер, супер-пупер. Алла всегда садится там, где Владимир, да? Или Владимир Кот, или Владимир Высоцкий. Судьба такая. Мы в кафе Айя. Зачем она? Саша,
Алла, это маленький кавказский чебурек. Да. Это, ты взяла мини. А так обычно целый баран. Дорогие друзья, мы покидаем регион Приэльбрусья. Уезжаем из Чигета. Как видите, все здесь плачет. Не хочет с нами расставаться. Дождик опять идет. А направляемся мы в город Кисловодск. Несколько человек меня спросили, как я так активно передвигаюсь. На своей машине ли я сюда приехал? Нет, рассказываю. В этот раз мы прилетели на самолете. Если вы видели с самого начала мои ролики, авиакомпания «Победа». А здесь, по совету своих друзей, я заказал такси в компании «Real Transfer». Кому интересно, я внизу дам ссылочку, увидите. Мне нравится и вам рекомендую. До встречи в Кисловодске. Как всегда, наши подруги коровы. Когда будете ехать здесь на своем автомобиле, а не на такси, как я. Такси-то понятно, тут все просто. Водитель знает дорогу, знает привычки этих чудесных животных с молоком, кефиром и творогом внутри. Вот. А вы будьте осторожны. Они выскакивают из кустов, стоят на дороге. Иногда посреди дороги несколько коров проводят всякие совещания, разговаривают о погоде, о удое в следующем году. В общем, это такие животные, с которыми надо быть все время на чеку на дорогах Кавказа. Будьте внимательны, и все у вас будет хорошо. Суровая горная река Баксан, которая берет свое начало в ледниках Эльбруса и других гор Приэльбрусья. Вот такая она мощная, сильная, ну я бы сказал, даже грязная. Но здесь еще ничего, а вот весной эта река часто бывает в 5-10 раз мощнее, больше. Наполняется грязью, камнями, называют это сель. И такая река сносит мосты, населенные пункты, дороги. Что, конечно же, очень опасно. Ну, а мы отправляемся дальше. Не уходите далеко. Дорогие друзья, посмотрите, какая прелестная радуга провожает нас из Приэльбрусья. Славный город Кисловодск. По всей линии горизонта она. Если вы присмотритесь, вы можете увидеть все 7 цветов радуги. А какие 7 цветов, сейчас Алла скажет. Давай. Оранжевый. Нет. Красный. Синий. Оранжевый. Дальше. Зеленый. Желтый. Зеленый. Потом голубой. Синий. И фиолетовый. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот так вот. Алла не знает цвета радуги. Ой, сидит в окошко, смотрит. Многие любят жаловаться в нашей стране, что вот дороги не строят, дороги плохие. Ну, наверное, где-то есть такие еще места, но вот только что мы вернулись из Карелии. Сейчас путешествуем по Кавказу. Вы знаете, ребят, ну просто шикарные дороги. Даже нам, как москвичам, немножко завидно бывает. Я уже молчу про тех, не только про качество дороги, а про красоту этих дорог хочется отметить особо. Не будем забегать вперед.
Кисловодск. Город сильно изменился с тех пор, как мы здесь были. Впрочем, о городе будет отдельный рассказ, в том числе в большом фильме. Желаю всем хорошего вечера и приятной ночи. Дорогие друзья, и вот мы в Гранд-отеле города Кисловодск. Вы знаете, ребят, у нас приближается большая семейная дата, семейное торжество. Ну, почти без малого там 100 лет нашей семейной жизни. И об этом узнал наш дорогой, любимый Пенсионный фонд России. Да, и он явился спонсором. Он сказал: лучшие пенсионеры Российской Федерации, езжайте в Кисловодск, лечитесь, вот вам номер в Гранд-отеле. И вы знаете, ребят, я думаю, что наши фантазии должны воплотиться в жизнь. Никто не сделает подарок вам и нам, то есть нам, да, кроме нас самих. Ребята, за вас. ¿Dónde están? Quizás. Que siempre me despongas. Que te llevo pensando, pensando. ¿Dónde están? Наш Гранд-отель, конечно, немножко старенький, но не утратил еще лоска. Красивые картины. Особенно вот это. Так он выглядит снаружи. А самое главное в этом отеле то, что он в самом центре. А вот там под буковкой О на третьем этаже наш номер. Город Кисловодск, 6 утра. Город очень красивый. Мы сейчас немножко с вами прогуляемся. Хотя за минуту, конечно же, не показать всей красоты. Ребят, я всего час в этом городе, в Кисловодске. Можно сказать час, вечер не считается. Вот только утром гуляю. Я уже в него влюбился. Ну что, ребят, продолжим прогулку по Кисловодску? Продолжаем утреннюю прогулку по Кисловодску. В основном все еще спят, но дворники наводят порядок. Ну и, конечно, кошечки тоже гуляют. Забыл сказать, что мы с вами гуляем по знаменитому курортному бульвару. А это здание называется «Главные нарзанные ванны». Не уверен, что там побываю внутри, ну, а вдруг...
Вчера поздно вечером мы здесь были. Здесь светомузыкальный фонтан. Но я так уже устал, что не снял. Но все еще впереди у нас. Если вам нравится, пишите. Продолжаем нашу утреннюю прогулку по Кисловодску. Какая прелесть, сколько цветов. Какие обалденные розы. Какой замечательный памятник медикам, героям Великой Отечественной войны. Я бы, наверное, немножко по-другому написал, потому что все медики, все врачи на войне, конечно же, герои. Народ потихонечку просыпается. И первые прохожие с удивлением смотрят на Владимира Кота. Что он тут делает? А Владимир Кот признается в любви к Кисловодску. Вы, конечно же, спросите, а где Алла? Алла спит. Город Кисловодск просыпается, оживился. Первые проснувшиеся уже куда-то бегут. Я спросил, куда бежите? Они говорят, нарзанные ванны или галереи открыто. Галерея, по-моему, открыта, и там можно попить водички. А вот и сердечко, где можно признаться в своей любви к Кисловодску, ну или друг другу. Какая чудная площадь. Что за цветы, не знаю. Дорогие друзья, напоминаю, что это маленькие ролики, просто как трейлеры будущего фильма о Кисловодске, будущего фильма о нашем путешествии по Кавказу. Подписывайтесь на мой канал YouTube. Фильм будет. Чувствую себя немножко в Провансе. Не знаю, что за цветочки, но цвет обалденный. Город Кисловодск проснулся. Ну что ж, пойду будить Аллу. Дорогие друзья, доброе утро. Кто еще не проснулся, просыпайтесь. Кто уже проснулся, наслаждайтесь этой жизнью. Ведь она чудесна. Доброе утро, страна. Доброе утро, планета Земля. Дорогие друзья, здесь, в Кисловодске, мы встретили наших подписчиков. Они не верят, что да. Мы можем встречать людей да, на улице. Да, ребят, представьтесь, как вас зовут? Александр. Ольга. Ольга, вы откуда? Из Ленинградской области, город Сосновый Бор. Как вы Аллу-то вдруг определили? Определили, да? А, по шляпе. По походке. А я ей, Алла, говорю, не бери ты свою шляпу. Я узнал по походке. Надоела мне эта шляпа. Она говорит, а вдруг меня по ней узнают? Вроде вы очень часто снимаете Аллу, уходящую вдаль, сзади. Ну, вот так вот я иду, смотрю, идет Алла. Ну, думаю, точно. Да. Ребят, что вы скажете другим нашим подписчикам? Кому передадите привет? Мы передаем привет городу Сосновый Бор, всем подписчикам России и зарубежья. Очень классный канал мы смотрим на YouTube. Очень интересный про путешествия. Дорогие друзья, мы начинаем с вами прогулку по знаменитому парку Кисловодска. 2000 гектаров, представляете? Алла на день свадьбы захотела, чтобы я сделал что-то невероятное. И вот такие фигуры, посмотрите, из камней я сегодня утром поставил. Алла, это мой подарок тебе, вот эти вот потрясающие фигуры. Скульптор ты мой. Потрясающе, да. Тебе понравилось? Да. Я старался. Да. Они у меня постоянно падали. Я несколько часов сегодня
с трех утра. Вот так, друзья. Нет ничего невозможного на белом свете. Радуйте своих женщин. Итак, мы поднимаемся на высоту 824. Мы сейчас находимся 824, ну да. Потом подъем 3 метра. 3 метра, да. И это подготовительные круговые. Вот для нас это очень важно, ребята. Подготовительные. Да. Не надо сразу на Эльбрус. Только дураки, да, как мы. Ну вот здесь я вообще разошелся. Ал, тебе нравится? Ал, нравится? Сейчас приедем домой. Я вот у нас дома вот таких вот тебе понаставлю во дворе. На огороде. На Победе. А Победа разрешит? Давай попросим. Давай все вместе попросим. Дорогая, уважаемая авиакомпания Победа, разрешите Владимиру Коту или Кошке привезти 10 килограмм булыжников? Точно не скажем, но, по-моему, это место называется Стеклянная Струя. Но если мы ошиблись, вы, дорогие наши зрители, особенно местные, поправьте нас. Мостик, кажется, называется «Женский каприз». Могу ошибаться. Но, с другой стороны, в этом мире, по-моему, все называется «Женский каприз». Куда ни глянь. И вот здесь я смотрю, возле ручейка, возле этой речушки, одни женщины и девочки купаются. Точно «Женский каприз». А вот и Алла. Гуляли-гуляли по парку. И вдруг забрели в какую-то пещеру, огромную пещеру, да? Летучие мыши тут над нами летают. Да ты что, смотри, что кто к нам прилетел? Кто, мышь? Нет, посмотри, какая птичка. Это ничего себе дать. Вот такая птичка к нам в пещеру. Это, может, летучая мышь, Ал? Нет. Вот такая чудесная пещера. В этой пещере, которая называется кафе «Старый парк», дают великолепный, вкусный горный чай. В этой классной пещере подают такое блюдо, называется жар-баур. Печень в сетке. Ничего подобного мы еще пока не ели. Будем пробовать. Дорогие друзья, на Кавказе похудеть очень сложно. Мы с вами продолжаем прогулку по парку. И сейчас так называемые каскадные лестницы. Вот такая красота. Не знаю, в каком итальянском духе, наверное, да? Каскадный. Да, Кисловодск становится все краше и краше. Сейчас мы идем в долину роз. А я хочу дедушку Ленина посмотреть. По дороге его. Будет? Дороге, да, ой. А вот в Красных скалах барельеф дедушке Ленину. Мне один зритель сегодня спросил, а вот что лучше, Италия или Кисловодск? Ха. Какая интересная аллея. Аллея Чупа-Чупс. А сейчас мы идем к храму воздуха. Как храм воздуха? Ты мне обещала розы. А розы-то потом. А-а-а. Тут еще много всего смотреть. Ох, какие тут сосны красивые. Алла, ты опять потерялась. Где ты сидишь? Что такое? Что это такое впереди? Храм воздуха? Ой, красота-то какая. Здесь самый чистый воздух? Ой, да здесь везде. Ой, какая красота открывается. Наш пот
был нужен, чтобы сюда подняться. Здорово, красиво. Алла, мы пришли? Да. Ну что, пойдем посмотрим. Такой шикарной аллеи. Ну, честно говоря, по такой продолжительности, мощности я, наверное, нигде не видел. Да, я отвечаю на этот вопрос. В Италии, кстати, тоже такой не видел. Наверное, уже сезон у роз закончился. Я предполагаю. Ну, или деньги у организаторов. Но у роз сейчас что-то как-то вот есть, ну, не так, что прям уху-ху-ху-ху. Дорогие друзья, мы как никогда рано сегодня вернулись с прогулки, гуляли по парку, и потом решили, ну почему мы должны гулять до ночи, до 12? А мы обычно до 12 гуляем. Пойдем домой. А почему? А потому что нас дома ждет что? Арбуз. Арбуз. А кроме арбуза, подожди. Я уже хочу. Подожди, кроме арбуза нас ждут что? Помидоры. Алла и помидоры. Это, помните стихотворение Маяковского? Я говорю помидор, подразумеваю Алла. Я говорю Алла, подразумеваю помидор. Но тут еще арбуз. Ну все, давай арбуз. Ну короче, давай, нет, ты покажи просто карате. Давай, давай, я, давай. Опа-на. Боже мой, сахарный. Можно серединку, я серединку. Нет, подожди, а это некрасиво, это не эстетично. В семье полагается отдавать мужчине. Мы мусульманская семья. Люди. Я оглядываюсь. А Алла, смотрю, опять с кем-то языками зацепилась. Алла, да. Ты с кем опять общаешься? Что случилось? Видишь, с хорошими людьми. Опять подписчики? Да. А вы кого узнали? Вот сейчас вот шли, гуляли по городу, и кого вы узнали первым? Ну, так как высокий, то вас сразу заметили. То есть Каланча. Смотрите, Каланча идет, да? А потом рядом маленькая. Сколько лет вы примерно смотрите фильмы? Ваши? Да. Ну, больше года. Больше года уже, да? Не сильно старые у вас подписчики, но я не знаю, 2 года есть или нет. Нравится? Очень. Будете продолжать смотреть? Конечно. Еще больше? Конечно. Кому привет передаем? Тюмени? Тюмени. Тюмени, привет. Всем привет. Алла, да. Ты вот, с кем опять? Ребят, у меня есть такая мысль, что в Кисловодске собрались все хорошие люди. Не, во-первых, у нас наши подписчики, они, вот ты замечаешь, великолепные. Самые лучшие подписчики априори. И они все в Кисловодске. А почему? Потому что за 2-3 дня я написал: уезжаю в Кисловодск. И вот мы скоро будем сделать здесь собираться. Я говорила, что мы обязательно встретимся, потому что все гуляют по одним тропам. Здрасте. А вот эту пару. Трио. Мы сейчас третьего нашего члена оставили дома. Еще, да. Где мы? Джулсу? Нет. Девичьи косы, да. Ребят, а вы откуда сами? Из Москвы. О, ну земляки, да. Как вас зовут? Лали. Лали и? Андрей. И Андрей. Очень приятно, Андрей, очень приятно, Лали. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы примерно вот наш канал смотрите? Два года, да? Нравится? Очень. Вы знаете, мы по вашей рекомендации поехали в Италию, в Тоскану. Я смотрю ваши, ну вообще путешествия очень, знаете, вот такого формата. И так интересно, но я нигде не нахожу. Нравится детально, подробно. И что как-то приватного. Тоскану я готова. По-доброму. Да, по-доброму. Потому что мы любим нашего зрителя. Как жалко, что уезжаете на электричке. Куда вы уезжаете-то? А вернетесь? Мы сейчас вам телефончик оставим. А вот сейчас мы шли, кого вы узнали? Аллу? Меня.
Каланча. Наконец-то. Каланча. Я выпадаю, я вообще не ожидала. Думаю, кому представить. Ребят, до новых встреч на канале. Спасибо. И здесь, и вообще в России, а может быть и в Италии, где-нибудь за бокалом хорошего вина. Вот как только вирус. До свидания, до свидания. Друзья, время 4 часа 50 минут. Вы видите две вершины. Одни говорят, это две груди Эльбруса, другие говорят, задница Эльбруса. Ну, кому больше нравится. В лучах восходящего солнца. Вот, видите, прямо по центру. Розовые такие, розовые вершины, потому что они уже освещены солнцем.
Вот Алла, за ней как раз виден город Кисловодск. Вот такая вот красота открывается с гор. Большое и малое седло. Дорогие друзья, мы приехали на гору. Большое седло. Сейчас 4:30 утра. И через несколько минут начнет, когда вставать солнце, оно осветит или светит. Ну, поправьте мне. Гору Эльбрус. Две груди этой горы в розовый свет. И мы это с вами должны увидеть. Даже несмотря на эту облачность, которая сегодня. Внизу вы видите город Кисловодск. Где-то здесь должен показаться Эльбрус. А вот здесь должно вставать солнце. Но, к сожалению, пока еще не показалось. Ждем. Дорогие друзья, доброе утро всем. Мы сейчас находимся как будто бы где-то в Альпах. Шикарные луга альпийские. И, наконец, показалось солнышко. Такая вот у нас тут красота. Напоминаю вам, что я снимаю смартфоном для того, чтобы, сняв этот ролик, быстро выставить его онлайн, чтобы и вы, утром проснувшись, увидели и вот такое утро. Чтобы увидеть всю эту красоту, мы решили вчера спать не ложиться. И в полночь пешком вышли сюда, чтобы вам показать все это. Хорошего вам дня. Дорогие друзья, время 5:30. Мы сегодня еще спать не ложились. Встречаем восход солнца. Пока я ходил, фотографировал, как солнышко встает. Пока я фотографировал, как Эльбрус розовеет его груди. Да. Алла набрала чабреца. Ну-ка, покажи поближе. Да, я набрала чабреца. Некоторые спрашивают... Заваривать. Ну, конечно. Так что у нас сегодня будет с тобой чай. А может быть... Многие спрашивают, как он выглядит. Вот, смотрите. В чае заваривать можно все. Полностью все растение. Его можно немножко покрошить. Заварить кипятком, как чай. И пить. Ну, говорят, можно даже 2 дня пить вот этот раствор, который у вас получается. Вот такая красота. Ребята, дорогие наши друзья, все это для вас. И для нас тоже. Ну, для нас. Ну, дорогие друзья, мы с вами сейчас находимся на окраине города Кисловодска, в горах, на вершине 10-тысячной. Да. Практически. Вот. Мы в этой горе сегодня утром просверлили вот такое отверстие. Да, да. И оттуда забил серебряный источник. Ну, вообще, я, конечно, шучу, ребята. Вы знаете, что я шучу. Это настоящая ключевая вода. Местные жители говорят, что месяц будет дома стоять и не прокиснет, не окиснется, не покроется водорослями. Температура воды, вот так, по ощущениям, градуса 3. Бодренькое утро у нас, да, сегодня. Каждое утро все местные руководители приезжают сюда, пьют эту воду, умываются, чтобы руководить своей страной. Дорогие друзья, как видите, мы на большой карете, запряженной 6 лошадей, отправляемся, как вы думаете, куда? Кто угадает, тому будет сладкая конфетка. Куда мы едем? Пятигорск. А зачем ты тайну раскрыла? Это же секрет. Я хотел... А у нее, видите, наушники в ушах. Она ничего не слышит. На любой вопрос она сейчас отвечает Пятигорск. Потому что мы едем в Пятигорск, ребят. Мы не слушаем ничего. Да. За окном пейзажи, горы. У нас хорошее настроение. Мы сегодня всю ночь бродили по горам. Натыкались то на коров, то на лошадей.
Слава богу, что тут медведи не бродят. Дорогие друзья, вам хорошего дня. Не уходите далеко. Нино. Гоморжобу Нино. Забыла, как день рождения по-грузински. Не помнишь? Нет, не помню. Голдсван, как так? Голдсван Нино, как-то так. Ну, короче, ты нас поняла. У нас грузинский страдает немножко, зубы плохо. Мы тебя поздравляем с днем рождения. Желаем тебе всего-всего самого хорошего. А у нее есть уже все. Все хорошо. У нее муж двое. Малыши, да. И все, это самое главное в жизни. А самое главное, у нее есть мы. Все, давай. Еще раз поздравляю. Хорошего дня. Это уважительно по отношению к тому месту, где гулял сам Лермонтов. Мы с этим названием категорически не согласны, и поэтому решили рассказать вам вымышленные и реальные истории о гордости нашего города. По ночам и уносил к себе самых красивых девушек, и увидел, что казан кормит молоком ребенка, лежащего у обрыва. Пастух хотел взять мальчика, но его обдало сильным жаром. Проходим по туннелю к озеру Провал. Уже прям здесь, пахнет сероводородом. Фу-фу-фу. Хорошо, что смартфон не передает запахи. Фиолова беседка. Эта беседка связана с именем Михаила Лермонтова. О ней он пишет в своем романе «Герои нашего времени». Алла. Алла устала немножко. Раньше в этой беседке были расположены специальные трубы, которые в сильный ветер издавали звуки, музыку. Если не ошибаюсь, Эолова – это древнегреческий бог ветра, и именно ему и посвящена эта беседка. Отсюда открывается замечательный вид на город Пятигорск. Но считаю, что это место одно из обязательных к посещению. Мы с вами, друзья, находимся на горе Машук. Поднялись очень быстро, на канатной дороге. А когда-то много лет назад забегали сюда бегом. А вот и прекрасная наша Алла. В шляпе, которую знают все во всем мире, оказывается. А я ее выкинуть хотел. Алла над Пятигорском, называется фотография. А, нет, не так. Алла, шляпа день. Алла в шляпе. И Пятигорск. Над Пятигорском. Над Пятигорском. Дорогие друзья, вот такая здесь красота. Ну, а здесь расстояние до любой деревни России. Одна из достопримечательностей Пятигорска, один из символов города – грот Дианы. В жаркий день здесь особенно приятно насладиться прохладой. В этом месте часто любил бывать Михаил Юрьевич Лермонтов. И говорят, что за неделю до гибели на дуэли здесь он отдыхал со своими друзьями, у них был большой пикник с танцами. Что у меня будет свободно?
бубна, а только лжебу. Я говорю, ну, нет, это такой рыбальчик, что я приехала, чтобы не было чуваки. Мы гуляем по парку города Железноводска. Замечательный, красивый парк, очень тихо и довольно-таки мало людей. Когда много лет назад мы были здесь, такого фонтана не было. Очень красивый. Дорогие друзья, продолжаем прогулку по Железноводску. Вы знаете, вот это все, что сейчас вы видите, еще буквально несколько лет этого не было. Работы продолжаются, видно еще, что все по-свежему, кое-где загорожено, некоторые фонтаны не работают. Каскадная лестница в полном масштабе, как водопад. То есть лестница идти можно, а там же не просто лестница. По этой лестнице идет как ручей, каскад водопадов. Невероятно будет красиво. Ну, все как, в общем-то, в Италии. Железноводск очень порадовал. И даже есть где искупаться. Это большая редкость в Кавказских минеральных водах. В общем, Железноводск мочит, как любит говорить Алла. Ну, в Железноводске. И Алла вдруг вспомнила, что когда-то в далеком детстве ей было преподано целых 2 урока. Потом она, правда, рояль сломала, но эти 2 урока остались у ней на всю жизнь. И она вдруг неожиданно обнаружила всех талант. Здесь, в Железноводске, она поняла, что она умеет играть на рояле. Причем на таком, на земляном, на травяном рояле, расстроенном. Ну, талант. Талант еще. Алла. У тебя уже зрители. Сейчас будем продавать билеты. Ребят, Железноводск преподносит чудеса, сюрпризы, да, на каждом шагу. Дорогие друзья, вы спрашиваете, а есть ли в нашем отеле ресторан? Еще какой. И, кстати, несколько залов. Вот здесь проходит завтрак. Завтрак, шведский стол, как это принято, в общем-то, практически во всем мире. Еще один зал ресторана Гранд Отеля, город Кисловодск. Лестница идет на 3-й этаж, там еще один зал. И еще один зал здесь внизу, на 1-м этаже. А это этаж 1-й. Здесь тоже зал ресторана. Для любителей есть вот такая веранда, прямо на открытом воздухе. Ну, это на любителя, потому что здесь машины ходят. Мне такой не очень нравится. А вот этот зал наш любимый с Аллой. Мы всегда завтракаем здесь, если есть места. А места расхватывают очень быстро. Иногда
приходим 8 часов 2 минуты, а места уже нету. Если вы думаете, что это пластмассовые цветы, вы заблуждаетесь. Это живые цветы, невероятно красивые. Тот человек, который оформляет ресторан, имеет очень хороший вкус. А это наш любимый салый столик у открытого окна, который выходит на курортный бульвар. И вот это вот тоже живые цветы на каждом столе. Доброе утро всем! Доброе утро, дорогие наши друзья! Вот таким замечательным маленьким сюжетом о Гранд-отеле, о его ресторане, мы хотим пожелать вам доброе утро, хорошего вам дня. А куда мы сегодня отправимся путешествовать, дорогие друзья? Не поверите, пока не знаем. У нас несколько вариантов. Сейчас посмотрим, что из них получится. Не уходите далеко. Наше путешествие по кавказским минеральным водам продолжается. Дорогие ребята, у нас 7:00 на этой экскурсии. Мы начинаем посадку с 10:07. На той стороне. Дорогие друзья, многие из вас меня спрашивали, как дело обстоят с турами. Есть ли какие-то ограничения? Сейчас вот в этот период, ребят, никаких ограничений уже нету. Туров огромное количество на любой вкус. И мы приступаем к покорению Кавказа через туры экскурсионные. Мы выбрали вот эту компанию, называется «Кавказ Тур». Нам показались самые интересные условия. Очень интересно нам все рассказали. И завтра, ребята, мы отправляемся. Вы завтра отправитесь в удивительное путешествие, которое называется Джилысу. Джилысу. Я даже выговорить без стакана, ребята, не могу. Вот такое замечательное будет у нас путешествие. Нашу прогулку по Кисловодску. И вдруг мы что обнаружили? Обнаружили, что счастье есть. А вот еще надпись мне понравилась. Берегите жену, ешьте у нас. Ну, имеется в виду в Кисловодске. Ребята, все должны кушать в Кисловодске. Мужчины, если вы пойдете налево в Кисловодске, то попадете в Октябрьские ванны. Так, посмотрим, а что если направо? Как в старой сказке. Аптека. Ребят, мужики, налево это здоровье. Ну, это вы, конечно, жену спросите, да, налево или направо, да. Но я думаю, жена согласится, здоровье важнее. Важнее. Поэтому, мужики, налево, налево. Не бей меня, не бей, не... Дорогие друзья, неожиданно, гуляя по Кисловодску, мы пришли к дому Шаляпина. Вы знаете, ребята, не поверите, но я ведь тоже Шаляпин. Иногда зайду в душ, и как начинаю орать, кошки подвывают, собаки воют, соседи затыкают уши. Блаха! Ха-ха-ха-ха-ха! Не суждено мне петь в этой жизни. Еще в армии старшина сказал, рота поет, а ко мне обращаясь, говорит, кот, а ты рот открывай, но молча, иначе портишь строевую песню. Рекомендую. Очень интересно. Особенно, кто в душу пойдет. Дорогие друзья, после того, как я возле музея дачи Шаляпина спел оперу «Блоха» и бурных аплодисментов зрителей, меня не пустили в музей, и наши планы резко поменялись. Куда мы едем? Большой секрет, но это будет точно интересно. Дорогие друзья, мы приехали с вами в город Ессентуки.
Судя по флагам на этом здании, наверное, там советская власть обитает. Ну, а мы с вами пойдем погуляем в курортный парк. Я считаю, курортный парк — это самое лучшее, самое интересное, что есть во всех городах Кавказских минеральных вод. Вот прямо в этом фонтане уже бьют минеральные источники. И можно даже искупаться, помыть ноги, если полиция не задержит. Как видите, вот этот мальчишка ноги моет, но он каменный. Объявление «Рвать цветы строго запрещено». Ну, как будто в других парках разрешено. Идем гулять дальше. Не уходите далеко. Нас и Ессентуки очень порадовали. Мощь этого фонтана даже заглушает мой мощный голос. Я не могу его перекричать. Только Шаляпин, наверное. Ребят, кто поссорился со своими половинами, срочно сюда. Здесь есть скамья примирения. Одно, наверное, из самых эффектных зданий из Ессентуков — грязелечебница имени Семашко. Я предполагал, что это какой-то египетский стиль. Алла говорит, древнеримский. А может, это греческий. Попытаемся пройти внутрь. Говорят, это очень сложно. Еще 1915 год. Ну, 100 лет уже простояло. И вот мы опять встретились. Это очень-очень неожиданно. Очень неожиданно. В этот момент мы заканчиваем наш репортаж. Наливайте. Что стоим? Здесь происходит чипирование. А тебя хватит, да? Телефон не уронил туда. Переводилась по лифтам наверх. Ванное здание императора Николая II. Началась наша экскурсия на Джеласу.
Все машины такие с высокой проходимостью. Большинство вот прошли сейчас. Джипы, полуджипы. По всей видимости, люди отправляются на экскурсию. Великолепные горы. Кавказ Тур делает погоду. Туристическую погоду в Кисловодске. Дорогие друзья, я продолжаю наш репортаж о путешествии в местечко Джилосу с компанией «Кавказ Тур». Дорогие друзья, напоминаю, что все репортажи мне идут онлайн. И, конечно же, в большом фильме, который я снимаю видеокамерой, будет намного больше подробностей. А это, так скажем, небольшая реклама будущего фильма. Красота природы Кавказа завораживает. Ребят, если вы здесь не были, много потеряли. Дорогие друзья, с Кавказ Туром мы находимся, как называется плато еще раз? Харбасское плато. Вдали вы видите Эльбрус, он немножко так прикрылся вуалью, замаскировался в облаках, но вы можете его увидеть. Красота невероятная. Швейцария отдыхает, да? Алла кричит без слов, но без слов сложно. Надо что-то говорить. Ребят, если вы здесь не были, в Швейцарии можете не езжать. Там неинтересно. Вот я пытаюсь вам показать Эльбрус. Но увеличивать смартфоном очень сложно. Да, вот, это вообще висит там. Вот это. Туда можно выйти. Те горы называют Красные. А недавно у них появилось новое название — Аватары. Можно выйти тут. Давай попробуем. Алла, как тебе Аватары? В Китай ездить не надо. Похоже немножко. Да нет. Не хватает только драконов и этих синих местных жителей, да? Очень красиво, ребят. Приезжайте, не пожалеете. Дорогие друзья, грохочет, шумит водопад Эмир. Мы продолжаем путешествие по Кавказу, по Прельбрусью с туристической компанией «Кавказ Тур». Эмоции захлестывают. Потрясающий Эльбрус мы сегодня видели. Он нам открылся целиком. Реки, суслики, барашки и коровы.
столько эмоций. Это, наверное, одно из лучших путешествий одного дня в моей жизни. Очень-очень рекомендую. Мощь стихии захватывает. Дорогие друзья, мы прибыли в долину замков, ну и в сам Джилесу. Именно туда, куда мы и намечали приехать. То есть это у нас конечная остановка. Как говорят местные жители, здесь в перспективе будет большой курорт Джилесу. А вот это вот типа замков, и поэтому долина называется долина замков. Вот видите, сколько таких вот образований, очень интересных. Это, ребята, источник Нарзана. Слышите, как булькает? Гора извергает из себя газированный напиток Нарзан. Холодный, вкусный. Дорогие друзья, а это водопад Султан. Согласитесь, немножко похож на эмира. Также из скалы, из горы вырывается мутная река с ревом, шумом, заглушая все на свете. Я даже не уверен, слышите ли вы меня. Скажу, что здесь нет связи. И не получается сделать онлайн-репортаж. То есть, по всей видимости, я смогу эти ролики отослать уже только вечером, когда мы приедем в Кисловодск. Алла, что ты пьешь? Нарзан. Нарзан? Источник? Да, ребят, здесь очень много источников и вкусного, вкусного нарзана. И от глаз, и от пяток, и от желудка, и от носа, и от волос, и от пальцев. И от и глина есть. Добрый день. Как вас зовут? Светлана. Светлана, я видел, что вы вместе с нами путешествуете вот с компанией Кавказ Тур вот по этому маршруту замечательному. Вот что вы можете сказать? Вам понравилось? Да, мне очень понравилось. А вы бы рекомендовали своим друзьям, подругам? Да, рекомендовала. Рекомендовала. Организация хорошая, места красивые, по которым нас везут, все прекрасно. Горы замечательные, дух захватывает, душа раскрывается. А теоретически, например, второй раз готовы поехать? Да как, нечего делать. Не, не сегодня. А, да. Понятно, что не сегодня. В следующем году, например. Конечно, да, обязательно, конечно, да. Я тоже так думаю. И я, например, с супругой тоже готов. И даже в этом году, может быть. Очень много в этом месте. Это аллосурки или кто? Ну да. Или суслики? Даже не знаю. Сурки, наверное. Очень забавные. Здесь собралось народу больше, чем в зоопарке у клетки с обезьянами. Если вы поедете на экскурсию в эти края к нарзанным источникам, да, возьмите с собой морковку. И у вас будет 100 сусликов благодарных. Не уходить далеко, наше путешествие продолжается. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Оксана. Оксана, вы первый раз сегодня с Кавказ-туром путешествуете? Да, первый раз. И, собственно, Кисловодск здесь, в этих окрестностях, тоже первый раз. И как вам сегодняшний тур? Супер, очень классно. Как организация? Мне понравилось. Все организовано очень супер. Места потрясающие, виды классные. И есть время на покушать. А вы заметили, вам фирма организовала сегодня Эльбрус? Да, Эльбрус. В шикарном виде. Огромное за это спасибо, что мы это увидели, так четко, ясно. В общем, это было просто потрясающе. Спасибо большое, Оксана, вам. Всего хорошего.
Вот так булькает настоящий нарзан. Углекислая кислота откуда-то там из подземелья земли. Что-то нереальное. Может, обман? Представляете, сколько железа в этой воде? Все камни коричневые. В этом месте порядка 17 источников. Ребят, завершился наш сегодняшний тур с компанией «Кавказ Тур». Как вам? Как поездка? Как ваше мнение? Отлично! Можно руками? Да. Как? 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 Значит, какие-то есть претензии к Вячеславу? К экскурсоводу? Не, ну я слышал, мало, да. То есть мы продолжаем тур. Значит, предлагаю поехать на вот это сложное слово. Вячеслав, сложное слово «Красивые скалы». Как она? Что-что? Как? Нет, другое. Бармамыт. Да, предлагаю, значит, кто за? Бармамыт, едем прямо сейчас. Ура! Ребят, случайно обнаружил прям в подвале нашего отеля вот такое вот богатство. И большая радость, ну, для некоторых, в общем-то, нормальных людей. Вот. И это еще не все. Сейчас мы пойдем, это еще не последняя комната. Так. Сейчас. Вот еще второй зал. Опа-на! Вот смотрите, я только отошел, и смотрите, что происходит. Вот как это? Алла. Я только пробую. Ты сказала, что мне пообещала, что 2 часа не будешь пить. И что? Прошло 10 минут. Можно. Не краснодарский, здесь Ставрополье. Ага, не Ставрополь. Ага, уже ошибаешься. Так, идем дальше. Идем дальше. Ну смотрите, ребят. О-о-о. Где мои 17 лет? 17 лет нельзя еще. 18, то есть. 8, а во сколько можно, кстати? 21. Где мои 21 год? Ну, главное, чтобы печенка была свежая, понимаешь? Вот в чем проблема-то. Сейчас уже все. Кефир, молоко. Причем имеет тут очень большая линейка. Есть сапота, айвори, граната, дезила, вишня. А чего же мы ни разу не заходили сюда? Не знаю, мы живем прямо над вами. У нас номер, то есть мы сейчас можем, Ал, проковырять потолок. Да, и мы попадем прямо сюда, да. Когда вы закрываетесь? 22.00. 22.02. Начинаем ковырять. Да. Начинаем ковырять, да. Ребята, пишите, я вам расскажу адрес. Угу. Зашатаешься. А мне налить что-нибудь? Да, конечно, пожалуйста. Ой, ху. Нет, а тебе не надо. Я не за рулем, Ал. У тебя от этого голова болит, да. Голова болит. Да. А я немножко. Все, ребят, короче, сейчас экран потемнеет. Это не потому что. А просто я нажму стоп. Кисловодск. Вечером. Субботний променад. Ну, тут каждый день так. Не только в субботу. Такой паровозик мне очень нравится. Есть такое какое-то ощущение праздника на душе, и хочется улыбаться, хочется смеяться, я не знаю. Молодцы. Молодцы. Огромная благодарность Кисловодску и его жителям.
ну и администрация, наверное, за этот постоянный праздник. Просто вечер. И нам просто хорошо. Кисловодск. Сложно не влюбиться. Дорогие друзья, я говорю шепотом, потому что Алла еще спит. Да, а сегодня у нас, именно в этот день, вот сегодня, вообще вся поездка, это годовщина свадьбы. Ну, кто не очень правильно понял, а именно сегодня, 26 июля, тот самый день. Мы сейчас через несколько минут буквально уезжаем на Тамбай. Она еще не знает ни про Тамбай, ни про цветы. Она вообще спит. Идем потихонечку подкрадываемся к ней. Вот. Вон она спит, видите? Смотри, какие розы. О, у меня на свадьбе таких роз не было. Алла, ты же помнишь, на свадьбе я ехал к тебе и потерял розы. Оставил их в такси. Они были очень хорошие, с рижского рынка. А тут с Кисловодска. Дорогие друзья, не выходите далеко. Какие прекрасные. Итак, вы видите почетную туристку Российской Федерации, лучшего пенсионера России. Да-да. Алла, куда вы собрались с такими огромными рюкзаками? У вас, я смотрю... Подожди. Я смотрю, у вас торчат веревки альпинистские. Альпинистские кошки. Да-да. Еще там эти ботинки, я вижу, с металлическими зубами. Да-да. Куда? Так. Я мечтала именно этот день провести в горах, где-нибудь на вершине какой-нибудь. Оно так и случилось. Спасибо тебе огромное, Вов. Прям читаешь мои мысли. Ты знаешь, а ты ночью разговариваешь, да? А я записываю. Ребят, хотите сделать приятное своим половинкам? Читайте мысли. Ну или хотя бы слушайте, что они ночью бормочат. Прямо от лучшей колоннады города Кисловодска, с лучшим экскурсоводом города Кисловодска, на лучшем автобусе города Кисловодска, лучшие пенсионеры-блогеры Российской Федерации отправляются на Тамбай. Завидуйте. Ну и нас везет лучший водитель Кисловодска. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Да. Лучший водитель Кисловодска. Мне так сказали. Начинается речка Мара, как начинается подкумок. Перевал Песчаная Голова является водораздельным. С одной стороны рек Кавказа, по Кубани шли многочисленные границы. И на Кубани стоит Горбань и Тиберды. Вот через Карачаевск мы окажемся в Тибердинском ущелье, в Тибердинской долине. И затем Туман-Лыкёль, озеро Туманов. Там форель подплывает прямо к ногам. Озеро Орлиный Глаз. То есть много озер Карачаево-Черкесии. Оздоровление человека. Нарзан – главное наше здесь достояние. Курорт и лечебный парк. Первая сегодня у нас остановка для отдыха, чая попить. Снять окружающий пейзаж называется Кумбаши. В переводе это «голова песка». А вот здесь, посмотрите внимательно, похоже на египетского сфинкса. Сейчас я попробую приблизить. Вот такое. Когда приближаешь, очень тяжело держать аппарат недвижимым. Наверное, надо стабилизатор покупать. А так вот все снимаю, все держу, смартфон в руках, ребят. Смотрите, какой пес.
если он встанет на задние лапы, ребят, он будет выше меня ростом. Хотите верьте, хотите нет. Вот эта гора, которая сейчас, к сожалению, против солнца, и дала название этому району Кумбаши. Смотрите, какие пейзажи. Швейцария нервно кусает свой локоть. Следующая наша остановка — река Улу Муруджу, то есть Большая Муруджу. Мы находимся на территории Тибердинского заповедника. Большая редкость в этих местах — чистая река. Из нее можно пить воду. Алла, сказали, из нее пить воду, а не ноги мочить. Ты далеко не ходи только. Да-да, поплыть. Я тебя потом не успею спасти. Вот такая, ребят, тут красота. Кавказ — это вершина Европы как минимум. И по красоте в том числе. Дорогие друзья, немножко релакса вам. День сегодняшний. Река Гоначхир. Мы находимся практически на границе с Абхазией. До Сухуми отсюда 60 километров по дороге. Вот уже пограничный пост. Алла, сразу видно, что ты из Советского Союза. Почему? Форелевое озеро. А название на местном языке, ну, могу немножко соврать. Как-то туман Кёкёль, как-то вот так примерно. В общем, туманное озеро. Ну, а Алла, она как... Обязательно берите купальник. А Алла всегда... Не холодная, можно купаться. Ну да, там форель тебя съест сейчас. Форель должна чем-то питаться. Сделала ноги, как Марина. Не, Галя, тебя здесь водится форель, ну и какая-то еще рыба, вот, поэтому любят сюда приезжать купаться полные люди, форель обгрызает им, и они становятся худые, выходят. Форелевое озеро. Приглашаем. Дорогие друзья, мы наконец в конечной точке сегодняшнего путешествия — на Домбае. Через несколько минут мы отправляемся наверх. Вот там впереди подъемник.
Обратите внимание, что есть подпись. Приемничек там, шорты делаемся, 8 человек, садимся, какая прыгать там. Молодец. Ну, вот и люди. Молодец, ты... Дорога, да. Чего она такая маленькая? Она классная, но... Со снегом. Это Джугутур Лучат. Джугутур Лучат. Я не ругаюсь, это я так называю. Так. Скала полосатый, кая скала. Опять не заложила. Ну, то, конечно, мы так поднимаемся с ним, как самолет. Когда закладывает, надо снимать. Встань, пожалуйста. Вот так. Да, и сразу откладываю. Да, я так пробую. Получилось? Да. Я так пробую сюда. Супер-супер красота. Вон пихтис, да, ну, вообще могучий. Медиум на пихте. Ага. А, вверх, да, так вверх, да. Поднимаемся, как карусель. А я бы сказала, что он был на стену. Алла, Алла, вперед меня не убегай. Готовы стать звездами Ютуба? Готовы. Громче. Да. Сейчас будем летать. А сейчас вам танец покажут троица из... Откуда? Москвы. Из Москвы. Итак, ногами... Да у нас танец да. Только головой. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай. Асса! Ой, надо скачать. Сильнее машите руками, сильнее. Давайте садитесь еще раз наверх. Нет, я знал, что встретимся тоже. Встречаются все как-то вообще. Ребята, а вы знаете, что вот это перед вами два маленьких ледника. Ледник, который побольше, вот вы видите слева, это ледник называется Владимир Кот. А ледник, который поменьше, это называется Алла Кошка. Да что? Да, это сегодня дали название географического общества. Артем, Домбай это круто. А я сегодня передали по телевизору, что какой-то храбрый мальчик спрыгнул с Домбая. Это был ты? Точно? Ну ты крутой парень, я тебе скажу. Дорогие друзья, мы с Аллой приглашаем вас на самое торжественное событие в нашей жизни. На нашу свадьбу. Ну, правда, это уже годовщина свадьбы. Очень большая годовщина. Это много-много-много лет. Многие из наших зрителей даже столько не живут. Дорогие друзья, вот в таком красивом месте мы решили отпраздновать годовщину своей свадьбы. Мы на Домбае. Посмотрите, какая красота. Да, внизу есть рестораны, кафе. Все есть. Но красота, она в нашей голове в первую очередь. Вокруг нас проплывают облака, проплывают орлы, под нашими ногами снег. Не верите? Сейчас, секундочку. Ниже нас снег, видите? Мы разливаем настоящее шампанское. Кстати, русское шампанское. А браун дюрсо. Вау! Сегодня утром я сбегал, нарвал цветов. В Кисловодском парке, да. Вы все видели, какой был шикарный букет. А помните, я рассказывал о том, что в долине роз нет роз. Вот почему нет роз. Они теперь все у Аллы. Я нашел бокалы, нашел магазин, купил бокалы, купил шампанское. Все это дело мы доставили на невероятную высоту. Ну, вы видите, какая высота, облака все под нами. То есть над нами даже облаков нет. Не верите, смотрите, над нами голубое небо. Облака все под нами. Конечно же, я много шучу.
Ну, я тебя люблю, Вова! Вот, слава богу, наконец сказал я хорошие слова. Да. Я, конечно же, много шучу. Ну, я шучу тогда, когда мне хорошо. Я шучу тогда, когда я хочу, чтобы было хорошо тем, кто рядом со мной. А сейчас мы поднимем этот бокал. Первый тост мы поднимем, конечно же, за себя и за свою любовь. Но второй тост мы поднимем за наших зрителей, которыми мы дорожим, которым мы тоже любим. Итак, ребят, вот бокал. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Просто жалко. Вот тяжело снимать. Одна рука бокал, другая аппарат. Ну, давай, Ал. За нашу любовь. За наши многие-многие десятилетия вместе. Чтобы еще столько же. Да. И 100 лет свадьбы, ребята, мы отпразднуем здесь же. На Донбай. Очень вкусно. Ну и давай, мы обещали. Второй тост. Давай за наших зрителей. Дорогие ребята, все, кто нас смотрит, мы желаем вам... Многое лето. Многое лето. Желаем вам прожить хорошую, наполненную эмоциями жизнь. Быть здоровым. Путешествовать. Любить друг друга. Это сближает. Да, любить друг друга. Любить свою семью. Быть... добрыми друг к другу. Это очень важно. Ребят, мы за вас. Будьте с нами. Вам всегда будет хорошо. На этом мы прерываем наш прямой репортаж. Нам надо немножко побыть вдвоем. Наедине. Вокруг нас нет... Не о том, чем вы подумали. Ну, я не знаю. Пусть каждый человек думает то, что он думает. Алла, бегу к тебе. Лови, лови, лечу. Дорогие друзья, мы возвращаемся с самой высокой точки Донбая. Возвращаемся пешком, сидя на муле. Да-да. Не, ну мул электрический, да, электрический. Ну, сейчас же на технологии. Вот, что сказать. Хочу сказать, что здорово. Наша земля круглая. И круглая, и красивая. Ну, красивая она в любом случае, да. А круглая она, когда на гору забираешься. Мы, я не знаю, мы, наверное, с тобой такие. Везде все восхищаемся. Я тебе скажу, как доктор психиатрии, я тебе скажу, да. Это один из первых признаков, что мы сумасшедшие, да. Ну и хорошо. Пусть больше будет таких. Пусть больше будет сумасшедших. Ой, вообще бросьте вы дома сидеть. Алла, подожди, хватит. Бросьте. Мы что хотим сказать? Мы хотим сказать, что будьте счастливы, люди. Все будет хорошо. Мы вас всех любим. Пусть наша любовь вас бережет. Дорогие друзья, мы спускаемся с Донбая. Не сказать, чтоб в слезах, но рыдаем. Рыдаем, потому что нам здесь было очень хорошо. Много-много лет назад Алла сказала: хочу нашу, не будем говорить какую, но очень много лет свадьбу отпраздновать на Донбай. Это было сказано в шутку, а может, всерьез. А вот оно сбылось. А сбылось, потому что у тебя есть муж, который... Муж-сказочник, который не только рассказывает сказки, дорогие друзья, не только шутит постоянно, но и очень часто эти шутки, эти сказки воплощает в жизнь, потому что... Сейчас радуга, да, радугу снимем, все это в кино. Радугу мы снимем еще чуть попозже. Ребята, только что закончился у нас поездка, закончилась на Донбай. Ну, немножко осталось на Донбай с компанией «Кавказ Тур». В двух словах скажите, пожалуйста, всем все понравилось? Да, очень. Есть претензии к руководству? Нет, все хорошо. А как вам наш экскурсовод? Замечательно. Спасибо ему говорим. Всем хорошего дня, хорошего вечера и
путешествуйте, ребята. Пока. Дорогие друзья, мы находимся с вами в одном из любимых мест жителями Кисловодска, да, в принципе, и гостями вообще всех минеральных вод. Это знаменитый замок коварства и любви. Мы продолжаем наши экскурсии по окрестностям знаменитой туристической компании «Кавказ Тур». Легенда об Али и Дауте известна всем, кто живет в этих местах, ну и кто приезжает сюда на экскурсию. Я не буду вам рассказывать эту легенду, кто хочет, найдет ее сам. Она слишком грустная и разбила мне сердце. Когда я ее услышал, мне захотелось плакать. Дорогие друзья, любите друг друга. Дорогие друзья, мы пришли с вами к очень популярному месту в Кисловодском курортном парке. Называется это место «Чайный домик». Чем популярно, еще не знаем. Пойдемте вместе с нами, посмотрим. Нам самим любопытно. Даже в столь ранний час, понедельник, насколько я помню сегодня, уже много людей. Наверное, все же популярное. А здесь открывается вот такая замечательная панорама. Кисловодск – это чудо. Дорогие друзья, Алла меня все же затащила в чайный домик. Я сопротивлялся. Я говорю, ну что вы, в обед пить чай? Ну как-то это не по-московски. Но чай оказался очень вкусным. Мы, правда, еще не пробовали. Но пахнет очень вкусно. А какое варенье нам принесли, ребята? Я не буду сейчас много снимать, не буду. Знаете, почему не буду много снимать? Потому что мы сейчас будем драться. Мы будем драться, потому что мы всегда с Аллой деремся, когда варенье у нас появляется. Алла, подожди, Алла. Нет. Подожди. Нет. Ну это нечестно. Я снимаю, вот она. Пока я снимаю, она всегда съедает самое вкусное. Мороженое, варенье, колбасу. Все съедает. Ну ладно, я побежал, а то она все съест. Откушав чудесного чаю с вареньем. С вареньем, да. Ну, варенье. Варенье. Ну, ребята, я думаю, ребята, вы все поняли, что я-то пил голый чай. А кое-кто. Сейчас покажу, кто. А то же вы не поймете. Да, вот я. А я вот так вот закроюсь. Вот так я показываю, кто. Ну, чтобы вы знали, да, вот кто. Сладкая женщина. Рецептирую. Я помню вишню и белую черешню. Да, белый, да. Помню, в детстве мы как-то ходили в кинотеатр. Вся деревня пошла. А тогда еще в те времена писали такие плакаты. И было написано, фильм назывался «Сладкая женщина». Вы не представляете, УДО и молока упали, трактористы сбежали с работы. Все побежали смотреть фильм. Оказалось, про кондитерскую фабрику. Но мне не надо в такое кино ходить, потому что у меня есть своя сладкая женщина. Парочка. Вообще, хотел я сказать другое. Просто вот эти 59 секунд Инстаграма, они, к сожалению, ну, не дают мне творчества. Он едет впереди тарахтелка. Здесь же огромное количество надо работ проводить. Едет такой трактор. Сейчас я немножко паузу возьму, иначе он заглушает меня. А хотела сказать, ребята, знаете что? Вот этот участок парка, мы по нему второй раз идем, он очень-очень зовет приехать сюда осенью. Я не знаю почему, мое впечатление, что деревья болеют. Тут очень много желтой такой листвы, как будто осень.
мы представляем, как здесь будет красиво осенью. И у нас есть план, ребят, приехать сюда осенью. Как вы думаете? Дорогие друзья, мы в парке Кисловодском лечебном. Находимся, как видите, в храме воздуха. А помните, пару дней назад я вел уже свой репортаж и рассказывал, что мы в храме воздуха. Была такая красивая, такая воздушная беседка над долиной роз. Ребята, прошу прощения, я ошибся. Оказывается, то просто беседка. Да, мы не дошли. Подожди. Немножко. Просто воздушная беседка. А здесь, там воздушная беседка, а здесь храм воздуха. А это в этом есть небольшая разница. Дорогие друзья, вот видите, там вот где облачко, на самом верху белое здание, и там какое-то олимпийское сооружение, так говорят местные. И под облачком находятся две главных вершины Кисловодска. Это Малое и Большое Седло. Вот именно с этих гор мы встречали 2-3 дня назад. Рассвет. Да, рассвет. Ну, отсюда вот такая замечательная панорама открывается. Что впереди за здание, я не знаю. Возможно, может, то вагончики приходит, Ал? Или санаторий? Какой-то санаторий, возможно. Сейчас вагончики, к сожалению, канатная дорога не работает. Очень жалко, потому что можно было очень быстро забраться на самую высокую гору. Сегодня опять чудесная погода. Как всегда в Кисловодске. Это что начинается за гору? Что за птичка, ребята? Кто знает? Здесь в парке она постоянно поет. Красивая, но это не синичка. Алла мне говорит, что, наверное, это не птичка поет, а стоят динамики. Ал. Да, и там птички. Где ты такое слышала? Нет, ты говорила, по-моему... Ал. По-моему, в Александровском саду ты говорил, да? Нет, это кто-то говорил, а там настоящие поют. Да? Соловьи, да. Шикарный парк для спортсменов, для прогулок с детьми. Ноги размять, задницу подкачать. Вообще полное удовольствие. Это место, эту смотровую площадку называют «Красносолнышко». Честно говоря, не читал в интернете, но могу предположить, что, наверное, здесь восход солнца встречает. Очень красивое место. По всей видимости, там вот встает солнышко. Как красиво? Вот такой здесь интересный камень есть. Своеобразное подобие тех камней в Норвегии, где застревает между скал, и люди пытаются сфотографироваться. Ну, конечно... Я бы не рисковал. И опасно это. Обрыв, ну, не 600 метров, как в Норвегии, но большую толстую шишку набить можно. Чудное место, Алла, да? Да. Мы здесь с тобой были далекой-далекой зимой. Да, далекой-далекой зимой, да. Памятник Михаилу Лермонтову. Можно любить его творчество, можно и не любить его творчество, но в любом случае это был гениальный русский поэт. Алла меня поправила, не только поэт, но и писатель, да, конечно. Мы с вами дня 3-4 назад, да, Алла, были в Пятигорске, на месте, где он погиб в дуэли. Знаете, даже если это был бы не гениальный поэт и писатель, а просто молодой человек, безумно жалко в таком молодом возрасте погибнуть. Надо приехать домой, Ал, да, да. И перечитать нам. Что будем читать? Да все, наверное. Герой нашего времени. Да, герой нашего времени, да. Мы сидим на вершине. Рядом вот памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
за моей спиной кафе «Красное солнышко», в котором мы спрятались. Слышите? Вокруг нас ходят тучи. Кисловодск находится в такой впадине. То есть вокруг горы. Горы, горы, горы. И вот по этим горам со всех сторон на 360 градусов тучи, сверкают молнии, грохочет гром. Здесь у нас чуть-чуть накрапывает дождь, а в горах видно просто совсем тому. Что-то страшное творится. Спускаться вниз в город примерно 4-5 километров. Ну, то есть минимум час-полтора, как минимум, да. И где нас застанет дождь, неизвестно. Дождик идет. Дождик идет. Дорогие друзья, мы пробежали от Лермонтова примерно километра полтора, бежим вниз, идет дождь. Но над нами вот такая огромная крона деревьев, как зонтик. Ну что, друзья, пожелайте нам успеха добежать до нашего дома и не сильно промокнуть. Алла, побежали! Кисловодский кот. Главный кот города Кисловодска и вообще всех минеральных вод. Внимание, ребята! У этого кисловодского кота каждый год в определенное время, это секретно абсолютно, происходит встреча с Владимиром Котом, его друзей его канала. Так, вас зовут как? Меня зовут Алла. Алла, вы как вас? Маргарита. Маргарита, очень приятно. Откуда вы? Города Перми. Пермь, это наш любимый город, да. Алла. Да, мы туда мечтаем приехать. Вы нас приглашаете в гости? Очень там понравится. Очень понравится. Мы мечтаем и, возможно, сейчас во время коронавируса. Ну не, и мы не обещаем. Да. Не, у нас много планов, много приглашений. Но мечтать не вредно, да, да. Итак, дорогие друзья, минеральные воды, Кисловодск. Все приезжаем сюда на встречу с котом. Кота погладьте, погладьте. Алла ревновать моя, Алла ревновать не будет, да, да, да. Ну все, до новых встреч. Меня зрители канала YouTube, мои дорогие друзья, попросили показать, какой вид из окна отеля. Вот Гранд-отель в городе Кисловодске. Вот смотрите. Прямо напротив у меня Нарзанная галерея. Вот здесь вот внизу проходит променад. Он идет с утра и до поздней ночи. Дамы наряжаются в вечерние платья с зонтиками, с собачками под мышкой. Вот там вот площадь, вот между деревьев видите, да? Такая мокрая, там трактор ездит, Нарзаном поливает. Там тусня детская. Там дети до 12 ночи носятся. В общем, самый центр города. То, что надо. Город Кисловодск. Главные нарзанные ванны. Очень красивое здание 19 века. Это санаторий. Здесь и лечение проходит. Ну и все остальное, как положено. Вот нашел табличку, построенную в начале 20 века. Такое красивое фойе в этом санатории. Кто знает, а может быть, в следующий раз мы приедем сюда. Все может быть. Дорогие друзья, мы едем уже с Аллой в аэропорт. И таксисту попросили, стой, стой. Я говорю, не могу проехать. Поле такое
подсолнухи. А помнишь, Алла, как под Парижем мы также остановились? Огромное поле, мы прыгали, скакали, как дурачки, помнишь? Да, это когда замки... Ну, мы тогда молодые были, нам было по 50 лет. Дорогие друзья, нас ждет уже самолет, он уже фырчит своими двигателями, рычит. Капитан... А мы в поле всего, мы да, капитан поле. Корабля уже фуражку одел и нервно смотрит на часы. Ладно, не будем подводить нашего летчика, нашего капитана. Едем в аэропорт. Дорогие друзья, до встречи в Москве. У нас столько впечатлений. Даже словами не передать. Хорошего вам всем дня. Хорошего. Дорогие друзья, мы заканчиваем наше путешествие и отправляемся в аэропорт Минеральных Вод. Ну и, как всегда, пользуемся такси Real Transferal. Покажи их. Вот, смотрите. Конечно, здесь огромное разнообразие такси. Выбирайте все, что вам вашей душе угодно. Но мы вот несколько раз уже передвигаемся и довольны. Точно, быстро и цена оптимальна. Ну, всем пока, мы побежали. Снукова International Airport. The local time is 2 minutes to 6 p.m. For your safety, please remain seated in your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is turned off. Thank you. Мы приземлились в аэропорту Внуково. А теперь домой. Всем хорошего вечера. Дорогие друзья, мы вернулись домой. Только вышли из здания аэропорта, а тут такси. Прям из Минеральных Вод. Пока, говорит, вы летели, мы вас догнали, чтобы отвезти домой. Вот такие замечательные таксисты у нас в Кавказских Минеральных Водах. Ребят, что хочу сказать. Вы очень много пишете, написали мне комментариев, очень много задали вопросов. Я постараюсь все ответить. Дело в том, что Инстаграм меня за что-то, непонятно за что, забанил. Возможно, что очень много видеорепортажей. Такого количества видеорепортажей никто в Инстаграме в мире не делает, и поэтому Инстаграм наложил на меня бан. Я не имел возможности ни поставить комментарий, ни ответить, ни поставить теги, ничего. Но я обязательно всем отвечу.